Строительство гольф-клуба на острове Татушев сегодня стало центральной темой комиссии в Горсовете. Дебаты были жаркими, но дело оказалось настолько запутанным, что депутаты решили, в вопросе должна разбираться специальная рабочая группа. А то, чтобы изучить все нюансы, дали месяц, администрация же на это время должна не предпринимать никаких действий по клубу. Напомню, гольфисты обратились в мэрию с просьбой выделить им участок в 50 гектаров на острове Татушев, причем землю они просят бесплатно и в бессрочное пользование. Федерации гольфа уже даже определились с ценами для горожан и названием клуба «Татышев Луг». Однако в процесс вмешались депутаты, они заявили, гольф – это не самый массовый вид спорта, и построить гольф-поле можно и в другом месте. При этом все департаменты и муниципального имущества, и градостроительства, и спорта уверяют, решение еще не принято. Предлагаю послушать фрагмент сегодняшней дискуссии, что называется, без комментариев. В этом письме прямо указано о том, что пройдет процесс разделения земельного участка для предоставления дальнейшего земли для под гольф-клуб. Разрешите ответить, это данные градостроителей, поэтому я думаю, они должны этот вопрос отвечать. Это письмо подписано вашим заместителем. Письмо было ранее подписано, безусловно, в рамках межведомственного взаимодействия, но непосредственно департамент не принимает участие в разделе земли на острове Татышев. Я еще раз заявляю, ответственно для всех, никаких заявлений о предоставлении земельного участка для строительства гольф-клуба в адрес департамента градостроительства не поступало. Шел разговор только о том, что здесь разговор идет про разделение земельного участка. Мы не занимаемся пока никакими разделениями участков.